Даже чехол все такое. Так, где-то ушел. Женя, и что рабыть, Женечка? Я не знаю. Я помню, на разборке взял за 150, он меня резьбой прорезал. 150 гривен. Кока? Да. И кнопку в аварийке 350 еще. Классно. А Рома сказал, говорит, а что ты с Ремашечкой не заехал? Это дешево. Это дешево, да? Конечно. Он пошел. Он пошел, уже начал двигаться, ты понял? Бак покрашенный, ты что делаешь? Бак покрашенный, хорошо. Извиняюсь. Ребята, аж... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Давай ее Вадику сейчас я отвезу и сдам. Она тяжелая. Тяжелая, но это дефицитная зона. Все хорошо, сейчас будет. Если резинку пропустить между или какую-то... Между чем? Между ногами. Амиго, амиго, а ну амиго. Амиго прыгал в гости, видите как? Без Вани никуда. Да, я сейчас посмотрю на редуктора, они, наверное, целые. Саня, а ну, своди его, чтобы он и не видел. Сейчас мы его полечим. Зажал станок салтовском, он высверливаю подушку, болт. Зажал станок, взяться не за что, ну, даже вырвало. Ну, в самом начале, ну, все нормально. Поставили во фрезер и потихоньку его высверливаем, болт. Вы поняли? Так, надо попытаться его оттуда извлечь. Амиги. Как-то так. Помогаем братке. А так бы и не заехал посмотреть редуктора. Видите как? Не надо вот Ване отказывать. Все ломается сразу. А так раз, видите, все. Посмотрел, сказал, что хорошее. Не надо и лезть туда, сказал, они новые. Прострелили отверстие на 12, там у нас 18-я резьба, он Салский там что-то пытается подпилить. Обварили шайбу, чтобы ее сжало как раз. Заливаем масло в середину. Греть резак у меня, как всегда, баллон окончился. Сейчас как пыхнет, сейчас как пыхнет, смотри. О, фаер-шоу. 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 Ба. Да, ёпта. Ага, да, Жека. Попроси у него лямчик. Лямчик, лямчик. Лямчик сейчас будет, лямчик тебе. Все, сейчас оно остынет и пытаемся гайковер там потихоньку. Резака нету, говорю, чтобы... нагреть. А может, баллон находится. Вот ключом. Женя, вот курите этот бамбук. Хорошо. Все, пацаны, занимаемся. Так, ребята. Все, победили. Обваривал. Видите, что? Оторвало. Высверлил же его. Сверлил, угадал в резьбу. Оказывается, мечик 18 шах 2, блин, это, ну, найти нереально у меня. Их у меня там штук 500, еле нашел вот мечик один. У нас я ими никогда и не работал, ну, не было у меня нужды на 18, ну, либо 18 на полтора там, да, либо шах, основной шах. Это зачем? Это вешаться. Все, амиго. Так что, ребята, это надо обмыть.